Проходит буквально 15-20 секунд, и металл уже краснеет. Вернее, пока выравнивает. Так, ну чё, поехали. Ну и вот, ребят, что у нас с вами получилось. Теперь сейчас надо осталось отогнуть крючочек в нужную нам сторону. И, в принципе, крючок для ПДР готов. Делается это, как вы понимаете, легко и просто. Опять же, вставляем, нажимаем кнопочку, ждем 30-40 секунд. Ну вот, в принципе, нагрелось до красна. И загибаем. Все, под 45. Ну, это примерно, приблизительно, сами понимаете. Ну, вот, в принципе, и все, ребят. Загнули здесь под 45 градусов, как бы так показать. Ну, вот так, да? Здесь ручка есть. То есть, самый простейший крючок для беспокрасочного ремонта. Жмем вот так вот. Упор, крутим, давим, поджимаем хоть тем кончиком. Сами понимаете, что можно этот крючок было согнуть под 90 градусов, еще как-то. То есть наш аппарат, индукционный нагреватель, позволяет это делать быстро и непринужденно. Вы только что видели, можно разогнуть пружину, подобрать необходимый вам диаметр. Ну вот пружинка, да, у меня жигулевская, 12 мм. Если переднюю взять, жигулевскую, там и 16, по-моему, даже. То есть все это можно сделать. Вот такой. Вот у меня метровый крючок получился. Вот если сейчас зайти на какой-нибудь сайт, где продается ПДР-инструмент, вы удивитесь. Цена такого крючка может быть и 2, и 3, и там 4 тысячи рублей, да? Именно с хорошей стали 65Г там и так далее, да? То есть именно хорошая пружинная сталь, не просто инструментальная сталь 45. Привет, вот доехала до меня посылочка от Валеры, автореаниматора. Валер, спасибо. 125 длина до сюда, 10 здесь, загиб под 45, здесь как отвертка. Вот, ну, где-то в среднем 12,5 миллиметров диаметр. Буду с нее делать какой-то крючок, еще пока не знаю какой. Валер, спасибо, спасибо еще раз. Вещь нужная. Теперь будем пробовать делать все это из рессор. Инструмент делать из пружин. Сталь здесь хорошая, качественная. Ну и, естественно, цена вопроса. И делать крючочки, там какие-то приспособы. В общем, дело это нужное. Будем продолжать.